Hello everybody! Доброго дня усім! Добрый день, дорогие участники Golden Time Town! Ну что, вот и подходит наш конкурс к концу. Конкурс под названием Grand Final Art, в котором так бились участники из многих-многих стран. На протяжении многих месяцев проходил этот конкурс. И все, конечно, переживают и с нетерпением ждут. Что хочу сказать и напомнить, что у нас вот полтора месяца назад прошел большой фестиваль с выставкой в самом центре Лондона, где были представлены участники из 21 страны мира. Друзья, я вас всех поздравляю. Фестиваль замечательный был. Замечательные артисты, замечательные работы, которые были представлены, также как и художников, танцоров и певцов. Нам очень приятно, что многие из вас увидели первый раз Лондон и побывали здесь благодаря тому, что вы верите в себя, благодаря тому, что вы верите в свой талант, не останавливаетесь, доверяете нашей компании, и уже на протяжении многих лет многие из вас, с которыми мы тоже встречались несколько раз, уже как три раза в Лондоне, да, фестивале. Так что участвуйте, не останавливайтесь, верьте в себя, в свой талант, а мы вам поможем. Мы площадка номер один в мире, которая продвигает ваш талант в массы. Так что и вернемся к Grand Final Art. Хочу отметить те работы и те презентации, которые понравились и мне тоже. Здесь будут отмечены работы в начале, в основном как презентации, которые вы умеете показать себя. Итак, Украина, Львов, 18-24, пиковая категория, картина «Ангел». Очень дуже гарна презентация. Очень хорошая презентация. Слава Украине! Не зупиняйтесь. Тільки вперед. У вас все выйдет. Далее. Теж Украина. Полина Даденко. А, кстати, не сказала, какая работа. Картина «Ангел». Воротнюк Ирина. Воротнюк Ирина. Очень отличная презентация. Еще раз. Картина «Ангел». У вас можно брать с вашей презентации пример. Так что не останавливайтесь, только вперед и слава Украине. Далее, дальше работа, которая нам понравилась, тоже Украина, 18-24, Полина Даненко, «Умиротворение». Очень хорошая работа, тоже вперед, не останавливайтесь. И очень хорошая презентация, и мы вам, уважаемо, повернення додому, до Краматорська, Вільню, Україну. Слава теж Україні! Дуже гарна презентація, не зупиняйтесь, і все у вас вийде. Далі. Екатерина Михайлас, Україна. Хороша презентація. Картина називається «Україна в Швейцарії». Дуже надіюсь, що ви скоро вернетесь в Україну, в мирную, яка скоро обов'язково победить. Картина очень сочная, яркая и позитивная. Молодцы. Юлия Михайлик, 25-30. Также Украина. Отличная презентация и рассказ про войну. Картина «Маки». Оторваться невозможно от презентации. И вид отличная презентация. Не останавливайтесь, тоже вперед, я в вас верю. Украина, Анжелика Скугинська, «Біженець». Когда смотрим на мальчика, коли погляд переходит на хлопчика, то сжимается сердце. Отличная картина. Не останавливайтесь, тоже вперед. Молдова. «Слепые попытки». Гром вас. Очень загадочная и тайная картина. Ангелы, демоны изображены. Отлично. Латвия.
Снежана. Отличная презентация. Отличная картина. И вы очень симпатичная, красивая участница, с которой мы тоже встречались в Лондоне. И не скажу, что вы бабушка. Так что вперед, не останавливайтесь, и вам удачи. Израиль. Ирен. Орен. Прекрасная картина, прекрасная презентация, перезагрузка, очень сочная, яркая картина, так что тоже вперед не останавливайтесь. Казахстан. Дмитрий. Катаман. Очень приятно, что вы заботитесь о детях. У вас замечательный сокол, который тоже притягивает внимание и есть желание на него смотреть вечно. И очень приятно, что вы заботитесь о наших братьях меньших. Так что удачи тоже вам. Дальше краса в рятуе свит. Украина. Татьяна Повальська. Ваша проповедь выкликала у меня слезы. Ваша презентация вызвала у меня слезы. Не останавливайтесь. Не зупиняйтесь, вы потребны світу. Дякую. Евгения Лингвинова. Отличная презентация. Да, вы правы. Врівновага повинна бути. Ви робите великий вклад в рівновагу через картини. Так что не останавливайтесь, только вперед. Мы в вас верим. Молдова. Сергей Савастин. Прекрасная картина для сказки. Глаз не оторвать. Хочется так и смотреть, или открыть эту же книжку с вашей иллюстрацией, почитать эту замечательную сказку своим детям. Так что не останавливайтесь, мы в вас верим. И удачи. Ольга Бен. Благодарим за поддержку. Благодарим за поддержку и Украине. Вы также в Израиле. Берегите себя и своих близких. Отличная презентация. Спасибо вам огромное. Глазун Лариса. Отличный собор. Отличный. Глаз не оторвать. Рисуйте, дарите людям красоту. У вас это хорошо получается. Армения. Я вас рада видеть тоже, так как мы с вами виделись. И со многими участниками гранд-финала мы тоже виделись в Лондоне. У вас прекрасные работы. У вас отличный вышел портрет вашего сына. И отличная вышла презентация. Мы вас верим и желаем вам удачи. Дорогие друзья, вот те фамилии мы сейчас отметили, я отметила те, которые отличные были работы, для которые умеют себя презентовать, которые верят в свой талант, но им чего-то немножечко, может быть, не дотягивает до чего-то. Продолжим дальше. Итак, поскольку в гранд-финале принимали участие очень много талантливых участников, мы не могли выбрать только 3 лучших участника и победителя. Поэтому мы долго спорили, принимая решение, и решили выделить 6 конкурсантов с наивысшими баллами и разделить между ними призовой фонд и дополнительные призы. Вы готовы? С большим удовольствием готовы огласить результаты гранд-финала и имена конкурсантов, которые разделят призовой фонд. Итак, барабанная дробь. Именно эти 2 участника получают по 1000 евро призового фонда. Итак, друзья, абсолютное гран-при получает 2 участника. Берикова Жанель из Казахстана, замечательная юная художница, чью работу отметили как одну из лучших
каждый член жюри. Ольга Кенц из Украины с восхитительными ювелирными шахматами. Я вас поздравляю. Именно эти два участника получают по 1000 евро призового фонда. Я вас поздравляю. По результатам оценки жюри, вы готовы? Следующий. Ярослав Грабко из Украины, замечательный, талантливый мальчик, которому 8 лет, с восхитительной взрослой работой «Море», получает 98,3 баллов, часть призового фонда в 500 евро и персональный каталог со своими работами. Браво! Аплодисменты вам! С результатом оценки 98,3 балла мы хотим выделить очень талантливого молодого художника из Молдовы с восхитительной работой «Моление о чаше». Это Дантес Данье. Мы вас поздравляем. Аплодисменты. Вы получаете персональный каталог с вашими работами и 500 евро из общего призового фонда. И еще. Очень хотим отметить еще двух восхитительных художников, которые впечатлили жюри конкурса. Это украинский художник Петр Лысенко и Грузия Асмик Блиян из Грузии. Я вас поздравляю. Эти участники получают по 500 евро каждый из призового фонда. И мы хотим предложить присоединиться к составу членов жюри. Я думаю, вы будете в составе одним из членов жюри. У нас, вы знаете, их очень много. Представили 18 стран, и вы будете одним из них. Так что я вас тоже поздравляю. Это большая-большая награда. Дорогие друзья, вот и подошел наш конкурс к концу. Что могу вам сказать и пожелать? Верьте в себя, верьте в свой талант, показывайте талант миру. А мы вам в этом поможем. Вся команда Golden Time Talent желает вам удачи, продвижения, мирного неба, победы Украине. Все будет хорошо. С любовью, Инесса Белая.